Здравствуйте, вы смотрите «Кулинарные страсти». Я Лилу, и сегодня мы будем готовить яблочный крамбль. Чтобы ускорить процесс, я уже очистила яблоко, то есть оно было вот такое, зеленое, красное, любое, такое, какое вы любите, и порезала на дольки. Мы берем глиняную форму, выкладываем яблоки. Дальше мы посыпаем на свой вкус сахаром. Добавляем корицу. Яблоко и корица, вы знаете, это превосходное сочетание. И немножечко ванильного сахара. И мы приступаем к изготовлению крошки. Это самый главный ингредиент, вы это уже помните. У нас по 30 грамм овсянки и муки. У нас облегченный вариант. Мы добавляем сюда сахар. 2 чайные ложки вполне достаточно. Смешали сухие ингредиенты. Добавляем масло. Масло вы тоже помните, что примерно на глаз. Крошка делается руками. На самом деле яблочный крамбль, он может использоваться как самостоятельное блюдо, допустим, на завтрак, либо как десерт к основному блюду. Наша крошка готова, она уже такой консистенции, такого вида, как надо. И мы аккуратно посыпаем наши яблоки. Ну и давайте, как правильно уже совсем образцовой хозяйки, мы сделаем это блюдо еще более вкусным и более красивым и украсим лепестками миндальной крошки. Духовка разогрета, вы помните, 200 градусов. И когда у вас из духовки будут доноситься такие головокружительные запахи яблок и корицы, ваш крамбль будет готов. А я готова ставить его в духовку. Засекаем 10 минут и встретимся с вами ровно через 10 минут. Я думаю, что готов наш крамбль. Итак, как вариант десерта для любимого, для себя любимого, либо для вашего малыша, яблочный крамбль с кокосовой стружкой. Приятного аппетита! Вы смотрели «Кулинарные страсти». С вами была Лилу. Помните, что мы готовим все очень вкусное, но быстро, легко и просто. До новых встреч!